В августе 1935 года донецкий шахтер Алексей Стаханов, справа на фото, установил мировой рекорд по добыче угля. За 5 часов 45 минут работы он добыл 102 тонны угля, что превышало среднесуточную норму выработки в 14 раз. Но Стаханову, конечно же, помогали двое крепильщиков. Однако это все равно был хороший результат. Такой рекорд вызвал интерес у других стран за рубежом. Американский университет Линкольна просил Стаханова прислать свою фотографию, чтобы присоединить ее к фотографиям с автографами и подлинными письмами великих людей. За опытом в Донбасс приезжали французские шахтеры. 1935 года в стране развернулось целое стахановское движение. Много иностранцев в то время приезжало в Донбасс, которые посвящали этой профессии и шахтерам Донбасса небольшие строки в своих книгах и мемуарах. Стаханову в тот день удалось выполнить работу за 5 часов, на которую требуется 8 дней. На этом фото шахтер Стаханов делится опытом работы.